Здравствуйте, мы предлагаем вашему вниманию последние новости валютного рынка, подготовленные информационной группой Инста-ТВ. С вами я, Ольга Витковская. Доверие предпринимателей к немецкой экономике все еще находится в отрицательной зоне. Согласно отчету исследовательского института ZEW, индекс доверия инвесторов улучшился по сравнению с прошлым месяцем на 7,3 пункта и подрос до отметки в минус 18,2 пункта. Показатель вырос впервые за 4 месяца. Аналитики полагали, что индекс повысится, но только лишь до минус 19,2 пункта. Положительное решение Конституционного суда Германии об участии страны в стабилизационном фонде, возможно, дает основания на улучшение ситуации вокруг долгового кризиса еврозоны. Сильнейший кризис повлиял на крупнейшую экономику европейского региона – Германию. Как бы там ни было, стране все-таки удастся избежать рецессии. Новость о росте доверия осталась без внимания трейдеров. Евро на закрытии торгов Нью-Йоркской биржи находился на уровне 1,30 доллара США. Будьте в курсе событий на Форекс с нами на Инстафорекс ТВ. До свидания.